страховой группы «Уралсиб» лицензию на страхование по ОСАГО. Такие меры были приняты в связи с добровольным отказом фирмы от этого вида деятельности, сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что страховая группа «Уралсиб» в апреле этого года передала портфель по договорам ОСАГО компании «Опора». В Госдуму внесен законопроект о продаже лекарств в интернете. Согласно регламенту, аптечные и ветеринарные аптечные организации предлагается наделить правом розничной торговли дистанционным способом. Речь идет о безрецептурных препаратах. Об этом сообщается на сайте правительства. Вместе с этим устанавливается запрет на продажу в интернете тех лекарств, которые реализовываются по рецепту. Почти 95 миллиардов рублей выделят на программу «Моя улица» в Москве до 2020 года. Это следует из проекта бюджета столиц, который опубликован на сайте Мосгордумы. Городская программа благоустройства «Моя улица» реализуется в столице с 2015 года. На данный момент были отремонтированы 108 улиц и высажено 7 тысяч деревьев. Ожидается, что в этом году новый облик обретут 80 территорий столицы, а в следующем году власти займутся спальными районами. СМИ сообщили о пересечении турецкой бронетехникой границы Сирии. По данным телеканала NTV, в провинцию Идлиб вошли 8 турецких танков, 50 бронетранспортеров и порядка 200 военнослужащих. Отмечается, что группа войск будет контролировать зону деэскалации. Ранее о начале разведывательной операции в сирийском Идлибе сообщил генштаб Турции. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым отмечал, что Анкара действует в рамках соглашений, подписанных в Астане, и координирует свои действия с Москвой. На парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве произошел инцидент со стрельбой. В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что в результате пострадал мужчина 1981 года рождения. Он госпитализирован с переломами и многочисленными травмами. Уточняется, что на парковке торгового центра произошел конфликт, и один из его участников открыл стрельбу из травматического пистолета. Виновника инцидента ищут. Дик Адвокат покинет пост главного тренера сборной Голландии после товарищеских матчей в ноябре. Об этом заявил сам специалист, который возглавил национальную команду в июне в третий раз в карьере. Под его руководством команда заняла третье место в отборочной группе чемпионата мира 2018 и не смогла пройти финальную часть мирового первенства. 57,68 доллар, 68,44 евро. Фил Кружков. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. В столице по-прежнему 9 градусов. В пасмурно. В течение часа в центре начнется дождь. Он будет сильным. Ветер 1 метр в секунду. Давление 739 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупреждали, что в ближайшие выходные на столичный регион выпадет до 35% осадков недельной нормы. Центов утра. Они пришли, чтобы разбудить этот мир. Давно уже, надеюсь, разбудили всех. Давайте дальше общаться. У нас гостевой час. И спасибо большое. Сергей Быков, чемпион Европы по баскетболу. Ныне тренер национальной команды. Команды, которая многих в себя влюбила. Совсем недавно был чемпион континента. Пускай четвертое место заняли наши парни. Но ощущение такое, что с золотом вернулись. Потому что было много комплиментов, восторгов. Все смотрели, болели. Даже Эмма Халимбековна включилась в баскетбольное обсуждение. Сергей, здравствуйте. 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 Давайте пообщаемся и, естественно, начнем с нашего замечательного музыкального включения. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает музыка. Тарам-барам. Первый чемпионат Европы в качестве тренера, как это было? Это было на драйве большом. Ну, судя по тому, что я видел на картинке, очень на спокухе всегда. Быков — это вот второй ряд тренерского штаба. Это всегда как бы ребята спокойно. А Базаревич кричал: «Эй, эй!» А Быков — это всегда ребятушки, ребята. Ну, внутри все кипело, нет, да, наверное? Быков кричал, когда камера наводилась на Базаревича. Да? Я контролирую эти моменты. То есть драйв.
стараюсь, но там на самом деле есть определенные правила, что... Поведение, понятно, да. Конечно, этика тоже присутствует. Это мы шутим просто, да. А драйв от чего больше? Вот от того, как матчи развивались. У нас едва ли не каждый поединок, это была какая-то бомбежка, это был камбэк невероятный, мы догоняли. Валидол. Да, мы все пили литрами здесь всякие напитки, связанные с травными, травяными настоями. От этого драйв, от того, что первый чемпионат, новые функции, очень много информации, надо работы много перелопачивать. Так, все ответы в вопросе были, но пройдемся еще раз. А что-то, может быть, добавить еще? Да нет, на самом деле, естественно, был большой... Мне на контрасте то, что ты с ребятами бегал только что бок о бок, и приходилось уже встать на другую сторону, так сказать. Вот, но я получал поддержку от них, поэтому им лично уже говорил спасибо. И, ну, а сами игры, конечно, задорно проходили. Плюс все держали в голове предыдущие два чемпионата, которые были провальные. Никто не хотел повторять эту историю. Плюс правильные люди пришли во главу федерации, и поэтому атмосфера была рабочая, и что выливается в результат. Главный человек сидел прямо на первом ряду, который пришел в федерацию, поэтому и это тоже сказывалось, наверное, в хорошую сторону. Это и заводил, и Кулагина поймал даже в одном из матчей, он туда улетал. Поэтому Андрей Кириленко помогал как мог. Работает. Да. А по поводу того, что были у нас цатые места, это с чем было связано? Вот два предыдущих чемпионата Европы такие провальные были. Ну, я много раз об этом говорил, что команда очень чувствительная, и когда видят, что происходят беспорядки в большом хозяйстве, то сказывается, можно... да, все это? Да, сказывается, потому что можно сразу же переложить ответственность. Это когда банально отвечают игроки о том, что все нюансы важны, а многие не до конца понимают. И когда... И как раз эти два чемпионата, это как пример того, что если, как сказать, в руководстве не лады, то им у нас это отражается. Это сразу. Как вот поговорка есть, паны дерутся, у холопов чубы трещат, да? То есть, запомним. Да, там дерутся, а на вас сказывается. А по поводу тренерского дебюта, обращение Сергея Владимировича? Шутили ребята так, но нет, сейчас уже нету давно уже этого авторитарного такого управления тренерского. На самом деле все четко делят границы, что здесь мы работаем, просто нам приходится тренерскому штабу принимать решения. Покер мы не переходили границу, хотя звали. Пока, да. Вот. Это первый сезон, потом будет проще. Считается, что вот вы как раз, вы же в этом году только завершили карьеру, да, получается, еще в прошлом, в этом. Как такая прослойка между Базаревичем и баскетболистами, смотри форму, он еще вернется. Ну, я и говорю, что да, вот хоть сейчас выходи. Такое часто бывает, что там тренер, игроки, а вот кто-то между ними, тот, кто недавно еще сам играл, да? Я думаю, что преследовал цель Базаревич такую. Лично я скажу, что давно уже готовил себя к тренерству. Мне всегда это было симпатично, интересно. Плюс повезло по карьере. Были огромное количество хороших тренеров, которые, в принципе, закладывали во мне зерно. Вот. Поэтому я, в принципе, был готов и неплохо вошел. А самого-самого можно назвать? Самого-самого тренера? Да. Любимого, который больше всего зерен вложил. Ну, так нельзя. Тогда надо упомянуть в первую очередь первого тренера, потому что привил любовь к баскетболу. Мы журналисты, мы любим, когда вот самый-самый, который показал, что такое профессиональный баскетбол, это Душан Ивкович. Влад поверил мне тогда, когда я сам себя не верил, вызвал сборную и доверил роль. Вот. А впечатлил очень сильно Андрей Тринкерев, который сейчас Бамберг возглавляет. У него уникальный подход. Ну и хорошо работал с Барцокасом. То есть пятерочку вспомнили, да. Хорошо, ваши вопросы Сергею Быкову присылайте в WhatsApp, Viber, SMS-портал ВКонтакте. Можете позвонить 2760-932 и 2761-932 за лучший вопрос. Эмма будет все фиксировать. Вам достанется приз, билеты на футбол. Динамо СКА Хабаровск. Динамо для Александра Боярского родная команда, для Сергея не чужая. Не то, что не чужая, а практически тоже родная. Мы опустим период в Спартаке там, да? Опускаемся. Давай просто забудем про этот период, да, и все. Сезончик отыграл. Зато потом два прихода в «Динамо», одно из них такое уже основательное, с 5 по 10 год. Ты тоже знал о том, что мне «Спартак» не выплатил зарплату, и поэтому моей памяти я тоже его опустил. Догадывался. Все-таки с какой командой вот сам себя больше ассоциируешь? Вот
часто спрашивают там, вот вы кто? Динамовец, армеец, вот кто Быков? Ну, не скажу, что вот динамовец, армеец, но родная команда Динамо, наверное. Все-таки Динамо, да? Да, 9 лет не может... Все, Саш, ты молодец. Ну, свой, не, ну я тоже ходил на Быкова, сейчас, да, конечно, один матч я помню очень хорошо. Ну-ка. Чего только один матч? Ну, я потому что один раз был в баскетболе, Редко вспоминался, да. По поводу чемпионата Европы все-таки хотел поговорить еще, но сначала два момента, которые сегодня мы обсуждали в эфире, и не можем гостя о них не спросить. Сегодня Всемирный день яйца, поэтому вопрос к Быкову, все-таки яйцо или курица? Что было изначально? Александр сегодня выдвинул теорию о том, что именно была курица, она из динозавра выпала и потом, собственно, рожала. Шутливо. Но я верующий человек, поэтому подумаем, что курица пусть будет. Все-таки курица, да? Хорошо. У нас был опрос 47% за курицу и 52% за яйцо. 47, 52, 90, 99, а 1%... Один за то, что я сказал, да. А ты сказал про динозавра, да? Хорошо. И по поводу пятницы 13, вот, опять же, наверное, да, из-за того, что человек верующий, суеверие, вот эти все страхи... Нету. Никогда не было? Нет. Там, где кошка перейдет, черная кошка перейдет дорогу, я пройду спокойно. Абсолютно там. Женщина с пустыми ведрами все равно? Было, мы шутили как раз с Базаревичем о том, что в районе нашей гостиницы гуляли очень много кошек черных, и когда... тренер, еще один тренер заметил первую, сказал, что слушайте, нам надо автобус разворачивать. Базаревич пошутил, что нам тогда из гостиницы надо выходить. Обратно домой, не будем играть в чемпионате, да. Концу чемпионата кошки уже, да? Вообще же баскетболисты и спортсмены в целом, это народ очень суеверный. Много видел тех, кто прям загоняется по поводу всяких фишек. Это есть. Не выхожу, если вот кроссовки помытые, я играл в старых, нужна форма, которая не стиранная. Какой шнурок завязал первый, какой ногой наступил на паркет. Кому-то, извиняюсь за выражение, нужно обязательно в туалет сходить, даже если неохота. Выжить все. Очень много, но я скажу, что за карьеру у меня прошла личная трансформация. То есть вначале я относительно был суеверный, но в конце уже понял, что не играет? Профессионализм не то, что не играет, просто вера в себя, она не пустая, именно через тренировки и как гораздо бы... Гораздо важнее, да, чем вся эта конечно, история. Важнее, да. И... Чемпионат Европы, вот четвертое место, два вопроса. Во-первых, насколько это круто? Ну, мы все знаем, что да, но твое мнение, могли бы цепануть медали и своей работой конкретно Сергея Владимировича Быкова доволен на чемпионате Европы? Так, ну, расскажем про место. На самом деле, так мы привыкли, что если без медали, значит, уже не очень. Но мы знаем о том, какая была ситуация в предыдущие годы. Мы знаем о том, какая конкуренция в современном баскетболе. Чемпионат Европы... По конкуренции, на самом деле, сильнее, чем Олимпийские игры и даже чемпионат мира. Все команды могут друг друга обыграть. Вот, поэтому мы довольны, но, как все говорят, и действительно, я подпишусь под этими словами, что мы, в первую очередь, думали о репутации правильной сборной, чтобы команда не оставляла всех равнодушным. Вернуть веру в команду, да? Вернуть веру через качественную игру. Поэтому нам вроде это удалось, но все равно осталась недомолвка. А да, больше от Сербии или от Испании? К сожалению. Так получается, что в спорте ты как бы не делишь, вот честно. Когда там мы попали на хорватов, можно было как бы за голову взяться, потому что там такой набор исполнителей, и не выходить. Но один Боба, мы не высчитываем. Стоит, да, мы не высчитываем. Грубо говоря, 3-4 четверть с Латвии в группе нас откинуло на третье место, и мы вышли на хорватов. Но мы не высчитываем, потому что мы знаем, что... И опять же, мне кажется, под наш менталитет, когда у нас была сильная группа, я сразу же прокомментирую, что это лучше. Потому что предыдущие годы, когда меньше были... Меньше расслабона будет, да? Меньше расслабона, это наш как бы... А про себя, то есть твоя работа, вот насколько вписался в команду, доволен ли тем, как свои функции исполнял и так далее? Базаревича будете приглашать? Конечно. Спросите у него. Он так не просыпается так рано. Да? Ну вот, да. В общем, спросите у него про себя как бы не очень хотелось. Но мне нравилось, и еще раз повторюсь, что... Хорошо, с Сергеем Валерьяновичем как тебе работалось? Сергеем Валерьяновичем хорошо работалось, вот. Он доверяет своим помощникам. Вообще не помощником, в кого верит, он хорошо работает, вот. Поэтому он меня слышал, он мне давал много свободы высказываться, и
как бы... Ну, это хорошо, это здорово. Это здорово, но не скажу вам так, что по опыту немногие тренеры могут позволять. Да. То есть они в какой-то момент боятся потери своего авторитета. Сергей Валерьянович сейчас наслушает, респект главному тренеру сборной России. Остался он у руля, и поэтому все будет хорошо. Давайте с Быковым еще плотнее работайте и больше ему доверяйте. Сергей, по поводу эмоциональности тренеров. Самый эмоциональный, вот с кем работал тренер? Который кидал планшетки, бил ногами по мусорным бакам. Ну, именно эмоциональность такая даже не злая. Это все-таки у нас такие команды, ой, не команды, а национальности. Это итальянцы, сербы. Югославы, да? Югославы, да. Вот, но был очень интересный... Ну, Дуда эмоциональный был? Дуда... У них контраст. Вот у меня был Ивкович и Пешич, да? Ивкович, грубо говоря, редко, но метко. Посмотрит, то Пешич не смотрел, гнул да? тебя... Каждый день. Во все стороны. Регулярно, да. Регулярно. Он задавался вопросом, яйцо или курица, он да? забавлялся, да. А почему такие камбэки во время чемпионата Европы у нас происходили почти в каждом матче плей-офф? Вот мы отступали, потом за нами Москва, за нами Россия, мы начинаем догонять. Догонять, с чем да. связано, на твой взгляд? Мое мнение, тут нужно немножко расшифровать побольше, да. Получается, что так как ребята... немногие получают игровое время, и мы, получается, за время чемпионата должны были еще наиграться. Мы могли, допустим, пойти другим путем, да, как сербы те же, которые гнут линию во время комбинации. У нас немножко нужно со страстью играть. Естественно, когда ты играешь со страстью, хуже контролируется ритм игры. Риск больше. Риск больше, да. Но преследуясь то, что в таком ритме, в такой игре ты точно руки не опустишь. Поэтому, естественно, перепады были, но их не хотелось бы нам. Но по ходу матча ты же переживаешь, там же пульс, наверное, под 200. Я не знаю, у меня пульс меньше был, чем как у игрока, там больше наоборот приходилось. Мы сидим, смотрим, там минус 15 потом, минус 10, ну давайте, минус 8. Мы тут в чате переписываем, ну как да. так, давайте. Минус 3 уже, минус 2, вот-вот почти потом. Потому что швед мажет трех и все, и не догнали. Да. То есть мы так переживали, у нас прям чат был, да, во время Евро, даже вот дама подключилась. Ничего не понимаю мы еще, не да. совсем да. от Мы не совсем от результата иногда отталкиваемся, мы видим, какие правильные принципы во время игры. Если мы видим, что рабочая обстановка, что... потому что игра есть игра, это же как бы не математика, ты не можешь все просчитать, но тем не менее, когда ты видишь, что правильный настрой у ребят, ты веришь, что сейчас должно как бы вот камбэки случиться. Ну вот такие моменты просто интересно было. Когда трехи не идут, одна не залетает, вторая не залетает, но все равно кидают и кидают. Ну вот как казалось бы, ну давайте двушечку хотя бы положите там парочку. Можно так покритиковать, на самом деле это такая объективная критика. Вот, но... Ну, похвалили сейчас Александра. Футбольный эксперт. Дело в том, что, конечно, пытаясь, допустим, подсказать о том, что нам нужны сейчас верные двоечки, нежели троечки, вот. Это на диване вот с пивом но верная вообще, двоечка, если понимаешь? Взять залетает. Вообще, что такое тренерство? Это как бы вот если взять, допустим, полный хаос и полную дисциплину, и у каждого тренера он ищет где-то посередине, по своим пониманиям. Естественно, кто-то больше позволяет свободу, кто-то больше ужимает. Естественно, в нашем как бы стиле, естественно, могут прилететь трехи. Но, опять же, запоминаются промахи, но, с другой стороны, когда мы возвращались или уничтожали соперника, они опять помогали. Же, они помогали. Поэтому тут как бы Балка не хватит конца, нам да. один час чемпион Европы, тренер сборной России Сергей Быков у нас в гостях. Мы говорим о баскетболе. Многие смотрели совсем недавно чемпионат Европы, который в Турции решающий своей части проходил и отмечали вот эти замечательные тайм-ауты Базаревича. И там очень много эмоций было. И в частности, меня всегда интересует вот скаутинг, работа с терминами. Там все специально зашифровывается, чтобы никто ничего не понял. А то кто-то стоит, то отгораживает от камеры человека, который лезет прямо туда.
Но на самом деле просто... Есть же нюансы, какие-то мелочи, нюансы, да? Нюансы, которые... ну давайте поговорим по ним. Значит, закрываем планшет иногда для того, что выводит же на большой экран, и, грубо говоря, помощники другой команды могут увидеть и подготовиться. Вот, ну, конечно, все нюансы, ты думаешь, что каждый нет, факт... Нет, там усы, парашют, хвост, там, не знаю, вертолет, сейчас играем двойной нос, бампер-бом. Плечо, майка, да, все, все это есть. Но это же комбинация отработана на сборах. То есть, у нас есть звонок, да, давайте пообщаемся. Звонит Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Вопрос тезке. Большой поклонник я баскетбола, слежу за этой игрой почти уже 20 лет. Очень сильно фанатею. Сергей мой один из любимых игроков, очень приятно слышать, Сергей. И очень жаль, что карьеру закончили. Вот читал как-то много лет назад ваше интервью, что вы начинали заниматься баскетболом в маленьком городке, и приходилось на тренировки добираться даже так, что пешком по 2 часа ходили и мерзли на 40-градусном морозе. Скажите, это правда или преувеличение? Вот для примера молодого поколения, которое сейчас избаловано и даже себе представить такого не может. Хороший вопрос, Сергей, мне кажется, я знаю вас. В маленьком греческом городке, да. Вот, но это действительно правда. Правда, не 2 часа, естественно, с годами время сюда увеличивается, ходьбы. Вот, но действительно мне... Да, журналисты врут просто сейчас. Это бывает. А кто написал статью, это Зангаль, кажется, да? Про маленький городок. Было такое, по-моему, статья называлась «Зеленые тетрадки». «Город зеленых тетрадок», по-моему. Ничего себе, да. Кирилл, привет! Тебя узнали. С первых же слов разговаривали. Просто как-то даже, ну, не умею я притворяться. Кирюх, расскажи про Быкова. Какой он человек, какой он друг? Не, ну, Серега вообще просто классный чувак. Он когда уже был звездным игроком, вот мы абсолютно нормально с ним общались. Вот, несмотря на то, что я там простой журналист, который бегал с диктофоном, вот Серега а всегда поддерживал. Из города вот, да, часто бывал, заезжал ко мне на съемную квартиру в гости, мы там сидели, что-то обсуждали. У нас есть вот, страсть общая, Кирилл, мы в шахматы играем. Опа! Да, а потом выяснилось, да, что у Сереги играет сын. Самая знаменитая история, кстати, я до сих пор жалею, что я сам для себя такого не сделал. Серега мне на год оставил книжку, шахматный учебник для своего сына, лучший учебник, по которому надо заниматься детям, я считаю, это «Путешествие в шахматное королевство». Ага. И вот я целый год собирал для Сереги в эту книжку автографы всех известных гроссмейстеров, мыслимых и немыслимых. Даже оценщик один, который продает книги с автографами, сказал, что это целое состояние уже. Вот. Кирилл, спасибо за состояние, но мы ее не продадим никогда. А книгу-то ты вернул книгу потом, нет? Да, она на полке. Настольная книга сына. Кирилл Зангалис, да. Да, у нас есть Серега Успаскова подписать, как бы ее, тогда она вообще будет полная. Ну все, спасибо большое, Кирилл Зангалис. Это человек, который совсем недавно возглавлял пресс-службу Российской Федерации баскетбола и близкий товарищ Сергея Быкова. Есть чего вспомнить? Есть. Спасибо, Кирилл. Еще богаче станет Зангалис. Залыбался, да, Сергей, когда он слышал. Хорошо. Все-таки у нас иногда вот притворяются так, что не узнать. А, но Кириллу тяжело, да. Да, он так эмоционален был, видимо, дозвонился впервые за долгие годы Быкову, да, и поэтому пообщались. По поводу городка, вот то, что спросил, где вот все начиналось, как это было? 40 градусов, ну, на самом морозы. Деле, мы любим рассказывать истории красивые, да, вот. Действительно, это было. Дело в том, что мой маленький город Новодвинск, он под Архангельском. Когда меня пригласили в Архангельск, узнали обо мне. Первый год я был очень скромный парень, я отказался от этого. Потом все-таки мои друзья, наставники все-таки настояли над этим. Я поехал, другие люди мне помогли с билетом, с таким проездным билетом, вот. Но было так, что автобусы ломались часто, потому что у нас бывают крещенские морозы за 40, под 50. И получается, что был такой один момент, когда, когда автобусы поломались, мне пришлось там ждать много часов на вокзале. От обиды у ребенка пошли слезы, но и они замерзали на щеках. На самом деле я не понимал, что это плохо. Для меня это все было классное детство.
Да, крутая история. Вот так вот рождаются чемпионы, чемпионы Европы. У нас этой осенью часто в прессе звучало сравнение между двумя командами. Вот для тебя эти команды совместимы. Можно ли сравнить команду чемпионская 2007 года и эта команда по химии, по атмосфере? Ну, любые сравнения я вообще не люблю. Вот, поэтому для меня это две разные команды. Там правильный баланс мы нашли. Действительно, уже все ребята, которые в том деле были замешаны в знаменитом, по умолчанию вообще все сблизились. Мы друзьями являемся, в том числе и с главным тренером. Поэтому такая история. А главный момент для тебя того чемпионата, вот разбуди ночью и скажи, вспомни что-то единственное с чемпионата Европы 2007 года. Что это будет? Единственный момент, да, два скажу. Ну, а большая радость. На самом деле, тогда мы не понимали, что такое чемпион Европы. Да, вроде как бы молодцы, отыграли. Выиграли. Радость, свисток вот финальный, да, последний? Или вот что-то? Ну, да. Вот, или аэропорт, или самолет. То, что в Мадриде испанцев, которые на тот момент были реально Dream Team в Европе, последним броском у них на площадке при короле их, да. Потом, значит, город вымер, мы не смогли найти ни одно место, где могли погулять, и отмечали в гостинице. Вот. Но и есть такое чувство, как бы правильно сказать, обиды, то, что в 2006-м, когда меня Блад пригласил, он мне сразу же доверил, я тогда считал несправедливо, большую роль. А в 2007 году, буквально там за полтора месяца, меня какой-то гад укусил в локоть, и я выбыл там на две... Я, грубо говоря, месяц на антибиотиках был, поэтому... Растерял, да? Растерял форму, и хотелось бы больше внести вклад, но... Такая ложка дегтя, да? Ложка дегтя, ну вот. Но я как бы спокойно по ходу турнира справился с этим, потому что никто не любит сидеть на скамейке, но я справился, мы тогда очень задорно болели за них. Спасибо вам за команду, за ту победу. Мы помним, мы все российские любители баскетбола. У нас в гостях представитель команды чемпионской и нынешней сборной России по баскетболу Сергей Быков. Продолжим после паузы. Реклама. Все осенью изменится, Москва в листву оденется, себя как будто золотом украсит к торжеству. Твой облик близкий и родной, ты навсегда теперь со мной. Мой город – достояние, в котором я живу. Достояние. Дома настоящей Москвы в Кунцево от группы компаний «Галс Девелопмент». Архитектура города, который мы помним и любим. 495-725-5555. Проектная декларация на достояние.дефисгалс.ру ЗАО «Кунцево Инвест». Футбольный клуб «Динамо Москва» приглашает болельщиков на матч 13-го тура чемпионата России с Хабаровским «СКА», который состоится 14 октября в 14:00 на стадионе «Арена Химки». Билеты можно приобрести в офис-центре клуба по адресу... Центр «Перспектива» ликвидирован. Далее подробности. Единороссы на заседании Генсовета должны сегодня утвердить кадровые изменения в руководстве партии. Накануне временно исполняющим обязанности секретаря Генсовета был назначен бывший псковский губернатор Андрей Турчак. Он занял место Сергея Неверова, который теперь будет руководить думской фракцией «Единой России». Власти назвали информацию о бактериологическом выбросе в Челябинске фейком. Накануне в соцсетях появились сообщения, что на оборонном предприятии города произошел аварийный выброс. Говорилось о радиационной угрозе. Сегодня этой информацией начали делиться жители Екатеринбурга. Однако министр общественной безопасности Южного Урала заявил, что ни гидрометцентр, ни МЧС, ни служба Росатома информации о выбросах или ЧП не дают. По его словам, все это не соответствует действительности. В Росприроднадзоре сообщение также назвали фейком. Пожар в торговом центре «Перспектива» в подмосковном Чехове ликвидирован. Об этом сообщил замначальника МЧС России по Московской области Вадим Беловошин. По данным источника «Интерфакса», очаг возгорания находился в магазине автозапчастей.
спецслужбы полгода прослушивали разговоры сотрудников Роскомнадзора, которых подозревают в мошенничестве. Как пишет «Коммерсант», также собирались данные банкоматов, которыми они пользовались. По мнению следователей, схема, по которой в Роскомнадзор трудоустраивались мертвые души, получавшие реальные зарплаты, действовала с 2012 года. За это время могло быть похищено около 20 миллионов рублей. Сейчас в деле четверо подозреваемых. В свою очередь РБК пишет, что в деле есть засекреченные документы, из-за чего будущий судебный процесс может быть закрытым. По некоторым данным, материалы касаются деятельности госпредприятия в области использования радиочастот. На Кутузовском проспекте в Москве появятся дополнительные полосы для автомобилистов. Увеличить количество полос удастся за счет переразметки проезжей части. Нынешние полосы для движения автомобилей уменьшатся с 3,5 метров до 3 метров 25 сантиметров. Выделенки для движения общественного транспорта с 5-6 метров до 3,5. В результате появится по одной новой полосе для движения автотранспорта в обоих направлениях. Это позволит на этом участке Кутузовского проспекта исключить так называемое бутылочное горлышко и повысить пропускную способность магистрали. По данным Центрального банка страны, доллар сегодня стоит 57 рублей и 68 копеек, а евро стоит 68 рублей и 44 копейки. Фил Кружков, все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. По данным портала Яндекс.Пробки, ситуация на столичных дорогах оценивается в 5 баллов, движение плотное. В эти минуты сложно проехать по Третьему кольцу от Спартаковской площади до Хорошовского шоссе, потратить там 50 минут. Ленинградка от Шереметьевского шоссе до Юбилейного проспекта 41 минуту. И МКАД, внешняя сторона от Ленинского проспекта до Яснева 28 минут. «100% утро» на Спорт.ФМ. Продолжаем. 10.34 в Москве. 100% утро. Главное развлекательное информационное шоу спортивной России. Если мы берем радио и вообще с нами сегодня в гостях. У нас в гостях сегодня с нами общаются и с вами в том числе Сергей Быков. Это баскетбольная тематика. Это самое интересное, что есть об игре с оранжевым мячом. По поводу сборной Евро-2017. Мы четвертая команда чемпионская. Но все-таки вот вопрос по поводу атмосферы в коллективе. Все дерзкие, молодые, красивые, все хотят быть на первых ролях. Швед против Воронцевича. Базаревич признается, что он даже думал о том, чтобы карьеру тренера по ходу чемпионата завершить, со сборной попрощаться. Вот такие моменты именно психологические. Это в том числе все тренеры должны решать или только главный тренер? Вот чтобы на место поставить взорвавшуюся звезду, кого-то с кем-то помирить. Ну, разные есть, как бы, модели, но вообще это задача главного тренера решать такие проблемы. А проблемы такие в любой команде всегда бывают? Всегда бывают в такой. Но всегда. Советуюсь с вами, с помощниками. Вот это как бы самое главное, что, естественно, у нас в собрании в каждый день по много часов. Поднимаем все вопросы, и эти тоже затрагивались. Да, мы озвучиваем мысли, идеи, естественно, и последнее слово за ним. Это от чего происходит? От желания выиграть в одиночку, от какой-то несовместимости людей на площадке? У нас командный вид спорта, и вроде такое есть клише, значит, все, надо считаться со всеми, мы команда, бла-бла-бла, да? Но на самом деле не надо блефовать и лицемерить, все равно на первую очередь выходит собственный эгоцентризм. Вопрос в другом. Все ребята амбициозные, решают задачи. И вот именно талант тренера именно совместить и в правильное русло направить. Эгоцентрика. Мне все-таки кажется, по поводу... Алло, подождите. Перед еще нами сидит будущий тренер главной сборной России. Футбольной сборной России после Черчесова. Кого нужно брать? Естественно, Быков после Черчесова возглавляет команду. Но уже не так далеко. Я хотел, чтобы Симак возглавил в будущем. А, кстати, вот если не баскетбол, то чего? Футбол, хоккей, теннис? Биатлон, может ни быть. Зачем вообще не слежу. Просто есть друзья из многих видов спорта. И чисто персонально. Симак, Широков. Один из них, да?
Да, Саша Овечкин, посчастливилось познакомиться, вот. Но есть ребята, зачем перечислять всех? Ну, неприятно будет. Овечкин сейчас вот сыграл. А нам интересно, да. Вашингтон слушает 100% утро. То же самое Широков сейчас в «Динамо» сидит в кабинете. В пиджаке. Чего Быков расскажет, да. И ждет, когда вы привет ему передадите. По поводу, перейдем от смешной, веселой темы, но абсолютно честный, потому что так оно и есть. Хотя у меня был еще один вопрос, такую тему. Это будет после 11 уже, да, спасибо, Александр. По поводу шведа. Много комплиментов, восторгов, радости, счастья, что у нас человек, который попал в пятерку лучших на Евро и лучший снайпер. И при этом есть и критика, что заигрывается вот именно эгоцентризм. Для тебя явление шведа, твое мнение об этом игроке, вы с ним играли вместе, он у нас броски делал и памятные на Олимпиадах. Вот швед в современном баскетболе, российском, европейском, это явление, что это такое вообще? Леха молодец, огромный талант, на самом деле очень порядочный парень. Вот. Естественно, в игре то, что он по-детски ее любит, иногда как, заводится. Когда заводится, и иногда даже не понимает, почему мячик вообще, как бы, вот эта самая основная игрушка не у него. И вот. Не залетает, но когда нужно. Это надо это принять, надо любить его в первую очередь, потому что все равно игра строится на этом. Найти баланс, это мы сейчас не будем об этом говорить. Но опять были же матчи на Евро, когда вот именно баланс был найден, и передачи были, и он набирал там очки свои. Игры складываются по разному сценарию. Мы не можем наложить на все одинаковую, как бы, вот, игру. Швед, талант, ты говоришь, главные вот его характерные фишки, у него супер дриблинг, супер бросок. Вот ты на что, как специалист, отмечаешь, на что внимание обращаешь? Ты же играл, в принципе, те же позиции, да, там, разыгрывающий, атакующий защитник, да. Вот есть что-то такое, от чего по-хорошему завидно? Ну, техника, нет, ну, тут только одни комплименты можно, да, кроме защиты его. Вот, на самом деле, тело он чувствует реально, как парни там с площадок Америки. Бронкса, Рокет Парк, вот этих, да. То есть это вот тело баскетболиста, движение, тело баскетболиста, кошка. Действительно, да. Бросок хороший, при том, что его внутренняя уверенность, а то, что он должен их брать и не промахиваться, она зашкаливает. Вот, видит пас. Ну, после такого чемпионата одни комплименты. Сегодня посмотрим, кстати, Химки играют сегодня с Валенсией. Первый матч в Евролиге. Будет интересно после чемпионата Европы уже вот на этом клубном уровне, насколько статус лучшего бомбардира континентального первенства сегодня в клубе, в Химках, будет подтверждать Алексей Швед. Естественно, желаем всех успехов и удач. По поводу сборной еще один вопрос. У меня какая-то была пауза, связанная с размышлениями, или не знаю, что такое, Базаревич после Евро работу дальше продолжать или нет. И были какие-то заседания, и потом мы собрались, сказали, да, работаем дальше. Вот это из-за чего было? Это эмоции, просто отпускали от себя Евро, было очень много сил потрачено. Ну, это надо у Сергея Валерьяновича, в первую очередь, спросить. Вот. Вы же вместе, команде, вы же штаб. Вы же больше понимаете, что там происходило? Внутри. Угу. Ну, просто, я думаю, это сказали бессонные ночи, в первую очередь. Нужно было отдохнуть немножко, да, собраться, да, с мыслями спокойно. На самом деле, мы все немножко фанатики, поэтому я, когда он это сказал, я не верил лично. Естественно, что он может уйти, да? Да, естественно, он продолжит, потому что без этого мы не можем. Но давление и сколько сил он потратил, естественно, не могло бесследно сказаться. Продолжает работать весь штаб? То есть Сергей Быков продолжает работать со сборной? Я не владею этой информацией. У нас, в общем, пока Базаревич подписал, а мы... Ну, хотелось бы. Ну, зачем? Я не люблю эти слова «хотелось бы». Естественно, хотелось бы большая честь за сборную. Обратимся сейчас, да, к руководству, потому что есть у нас молодой талантливый тренер, который может дальше работать в составе команды. Которому просто отборочные матчи, да, в ноябре же стартуют, да? До этого времени, когда определенность в любом случае наступит. Да, но мы подарки тоже 31 декабря покупаем. Поэтому ближе к делу. Да. Ждем, и чемпионат мира будет в 19-м, и Олимпиада. Естественно, хотелось бы, чтобы весь штаб работал дальше, потому что команда, которая заставила себя верить, влюбила себя в себя многих. Ты говорил о том, что общаетесь по-прежнему с чемпионами 2007 года и с Джей Аром. И с Джей Аром. Джей Ар вообще приятный парень.
написал. Где он, что он, как он? Он в Детройте скаут. Когда закончит карьеру, в первую очередь, он... Вообще, почему он рано закончил карьеру? Потому что у него дочка жила там. По каким-то причинам он не мог ее привести. Очень сильно скучал. И, я думаю, форсировал завершение ради ее. Закончил карьеру. У него он был диджей, правильно, на тоже, радио. Да? Он был вот так, ваш вот коллега. Мы... Холдену привет. Он, сейчас, да, он был ваш коллега. Потом... потом в Детройт. Приглашают в гости. Слушай, а из тех, с кем играл, из легионеров, вот Холден самый такой, в хорошем плане, обрусевший. Я помню, были фотосессии, он в рубахе, он там с балалайками, он на карте смотрит, где Владивосток. Или были более такие вот наши? Ну, для меня обрусевший тот, кто выучил русский. И прочитал в оригинале, допустим, не война, допустим... «Война и мир». Не «Война и мир», а «Преступление и наказание». И это был Траджан Лэнгдон. А, вот так вот. Вот да, у него парень русская жена. Да, который? Да, русская жена. Он говорит практически без акцента. Для меня это показатель. Джей, на самом деле, всегда, мне кажется, мыслями был в Штатах. Вот. Но когда выходил на площадку, это он не помешало ему, да, золотую руку продемонстрировать в финале Евро-2007. Твоя карьера и то, что завершил сразу тренер, еще поиграть... Мог бы. Сейчас, судя по форме, вполне. Еще мог бы. Сейчас Детройт, мог скаут, бы, и думаю, мог бы где помочь. Но я уже говорил и повторюсь о том, что я могу сыграть игры, но не мог сыграть весь чемпионат. То есть здоровье сказывалось. Плюс, когда летом получилось, что со мной вели переговоры, четыре команды из первой пятерки, вот, но не сложилось, и я понял, что, например, в команды там уровня «Автодора» ниже я не хочу играть, там, на самом деле, без амбиций, командах, ну, делать нечего, а чисто за деньги, но это не мой вариант. По поводу команд, за которые играл и вообще с кем общался, раздевалки, интересно всегда то, что там происходит, насколько команда атмосферно готова к большим свершениям. Вот если дать такое название игрокам, мистер Клей, кто вот на твоей памяти склеивал команды, был таким связующим звеном, кто умел завести, кто был настоящим капитаном, если это не Быков, естественно, то кто еще? Хряпа, Кириленко, кто был настоящим таким ведущим? Ну, скажу так, что все капитаны разные. В основном капитаны — это, значит, характер в самой игре. Да. Пример. Склеивать атмосферу все-таки не всегда... Это разные вещи, да? Это разные немножко... Шутка где-то, да, тут такая история? Шутка, да, задорные парни, они совсем другие. Их огромное количество. Вот самый-самый? Самый-самый... Или троечку хотя бы назвать. Ну, пусть сборная будет Панкрашов, Весельчак. Антону привет. Да. Кого еще? На самом деле Семен Антонов. Вот сейчас в команде в этой, да? Да, с его юмором и как он умеет шутить и острить. Ну, это как Нижегородская школа. Да, потом забавные были в «Динамо» Домеркант. Ну, сейчас так не приходит на ум. А капитан, который вот такой мистер Россия? Мистер Россия? Не, ну, Моню, конечно, мы отметим, потому что... Ну, Моня больше как бы парит дело, чем... То есть своим примером, говорить, да? Но вот я про Моню люблю эту историю рассказывать о том, что когда вот он эти броски совершил за один чемпионат, по-моему, два или три с «Сиреной» победные. Мы выиграли, да. Вопрос не в том, что он забил, мы обычно об этом не думаем, это уже лотерея, но вопрос в том, что перед этим броском он у партнеров у нас говорил: «Дайте мне, я сейчас забью». Как Майкл Джордан. Это уверенность зашкаливала. Ну, только у Майкла Джордана побольше промахов было, чем у Мони. Моня круче Джордана. Вот такое сейчас, такая новость в эфире прозвучала. Сергей, приятно, да. По поводу, читал твое интервью, декабрьское, чемпионат.ком, ты там говорил о том, что все-таки вот отношение к НБА у тебя как бы такое, ну, есть и есть. Нет такого фанатения. Никогда не было? Нет, было. Естественно, мы все выросли, когда пришел НБА на наше телевидение. Да, 90-е смотрели. Да, естественно, мы не только смотрели, мы записывали, пересматривали по много раз. И... Стараюсь повторить, да. Сыграть в это. И нет, я не хочу тут себе набивать цену о том, что это как бы НБА, это что-то, ну, пустышка. Дело в том, что мы играли с ЦСКА турне, но это действительно, это очень сильная организация, и тоже такое неправильное клише, что там не играет баскетбол, а чисто это тоже неправда. Вот. Но просто мне больше нравится Евролига, европейский баскетбол, потому что там поддавков вообще нету ни
то, что ну, в какой-то игре. А там больше шоу? Там не больше шоу, но есть этапы в чемпионате, где ребята как бы сильно не расслабляются. Да? И почему спокойно? Потому что коммерческая составляющая у лиги огромная. На самом деле и все на команды... плей-офф, да, зациклены? Да, и все будут зарабатывать, многие все равно выйдут в плей-офф. У нас же как бы на вес золота спонсоры спрашивают. Каждый матч. Игр меньше, поэтому да, на вес золота у нас как бы давление, я считаю, больше. Но это мое субъективное мнение. Круто. Для тебя НБА в плане картинки, в плане воспоминаний из детства сейчас, вот самое яркое, что? Игрок, матч, команда? Ну, 100% Джордан. Но все-таки Bulls. Bulls, конечно. А мы думали, ты удивишься, скажешь, Шакил или Дэвид Робинсон, Патрик Юинг. Ну, это все серьезные. Клайд Дрекслер. Все серьезные ребята, да. Мэджик Джонс и Ларри Бёрд. Мы можем долго их перечислять. Давайте, да, пинг-понг такой баскетбольной фамилии. Кто последний не назовет? Я знаю, кто назовет последний фамилию. Есть вопросы? Давайте. Есть вопросы от слушателей. Вот Андрей интересуется, я бы присоединилась к Андрею. Про татуировки есть ли и какие еще хочется сделать? Могу вам сейчас показать. Нет, я чистый парень в этом плане. Негативно к этому отношусь. Не хочу делать себе, грубо говоря, клеймо, как иногда делают животным. Поэтому я понимаю, что для многих это многое значит. И каждая татуировка, они хотят привязать события. Это их собственное мнение. Но я против их и думаю, что и в семье своей никому не разрешу сделать. А если папа сказал? А если папа сказал, такой папа. В семье баскетбол насколько любим? С женой мы заканчивали спортшколу Тринты, там и познакомились уже вместе лет 17. Вот, сын ходит в эту же спортшколу, дочка напрашивается, но еще маленькая. Тоже хочется, да? Хочется. А сын вот НБА смотрит, болеет. Да, на НБА они прямо взрослые. Стив Карри. Да, да, и сейчас Бол, он мне при все лопрал. Но я ему постоянно, я говорил в одном интервью, что я часто хочу... Да, ты ему нравишь его, да. Да, я хочу ему говорить о том, что там, допустим, европейского он играет при Джионе, не бегает, не прыгает, ничего там, а Карри Ирвинга там обыграл. Я ему говорю, вот видишь, как бы не все висело. Еще вопрос, да, в WhatsApp сейчас, Саша, секундочку, спрашивают по поводу шляпы. Скажите, кому из наиболее известных и сильных баскетболистов вы ставили шляпу? И помните ли вы, когда первый раз получилось забить сверху? Илья, Москва. Спасибо. Так, ну шляпу это, конечно, сильно с моей стороны. Я ставил шляпы, вот, но это не моя сильная сторона. Ивкович вообще не сторонник блокшотов, поэтому отбил у меня все желание. Плюс я всегда шучу, что я не попрыгунчик, так как у меня все ноги переломаны, я всегда стелился. Так, шляпы проехали, а насчет... Бросков сверху. Бросков сверху. Ну, первый мой бросок сверху, естественно, я все записывал в тетрадке, но все равно это было как с батута. Отрывались по школе. А так, ну, я думаю, в 7-8 классе я забил, по-моему, при росте 180. Я еще занимался легкой атлетикой, поэтому прыгал неплохо. Но был до такой перелома. Вау-вау. Вау-вау. Один раз данк. Вы про данк? Да, да. Ну, данк в играх были. Сам иногда не удивлялся, что я прыгнул. Вот на матч звезд меня ребята подзадорили. Матч звезд в Сочи, который был Лига, да? ВТБ. Да, меня подзадоривали, что говорили, Сер, ну ты вообще все... Не буду бросать. Да, старый заканчивай, вот. А мне пришлось им доказать, что я еще прыгать могу. Пришлось забить сверху. А из тех, кого наблюдал в детстве, в юности, вот кто-то был в плане эпизода, что запомнилось из вау-вау? Вот помним, там Шакил прыгал, и щиты сыпались, Джордан качал в разные стороны, бросал склонением. Вот какой-то эпизод. Ну, яркий эпизод Джордан, когда прямо есть такой момент сильный, когда он взлетает. Летает, я не знаю откуда, значит, и все пять игроков в этот момент, ну, смотрят оппонентов, снизу, да? Нет, они прыгают, что-то сделали, кто выбивает, то прыгает, и, значит, в полете он обыграл всех пятерых. Гений. Здорово. А в раздевалках перед матчами вы не договариваетесь? Давайте сегодня алюб сделаем, например. Там кто-то кому-то. Персонально договаривается. Например, когда у меня родился сын... Спроси у него, он знает, что такое алюб? А ФДВ шат. Сейчас блистал, ставит, смотрел в интернете, специально прогуглил, да. И такой эксперт баскетбольный. Было, когда у меня родился сын, мне ребята сказали, что, Серый, сегодня по-любому ты должен забить данк и... Сделать как футболисты качание ребенка в руках. Я выполнил это обещание. Если бы ты был главным тренером, спрашивают тебя на Вайбере, какую бы связку выбрал, швед Тарис Райс или Тадосич Декола? Хорошие вопросы. Да я всех четверых взял бы.
и все. То есть, ну какая сильнее, первая или вторая? Сильнее, но сильнее это все такая тема, а все относительно. Во-первых, кто партнеры будут, они вдвоем не выиграют никого. А по поводу, сегодня обсуждали тему шахмат, это хобби такое или нет? Или что-то еще есть? Вот? Ну, для меня всегда это было загадочно. Я, конечно, самоучка, больше играю с сыном, но сын пошел в московскую школу, ходил в школу Петросяна, это не юморист, а чемпион мира. Да, мы знаем. Да, вот, и поэтому и сейчас дочка начала в 6 лет заниматься этим, поэтому это такое у нас больше... Семейная история. Семейная история, и нам очень нравится, да. А дочка уже обыгрывает тебе? Вот это было что-то. Я сначала вам скажу честно, после первого занятия она решила, вызвала папу на дуэль, значит, и... Баттл сказала, все, сейчас буду тебя... Ей 6 лет. 6 лет? 6 лет. Так дело в том, что походу Ксения, вот. Походу, значит, партии, естественно, я где-то поддавался, но в какой-то момент она сделала ход, не знаю, разумно-неразумно, но она меня выиграла. Да ладно. Я вам серьезно говорю, она мне поставила мат. Поэтому я не знаю, что это как бы... Это может быть будущее... Начало, да, начало. Полга растет. Юное дарование такое. Она молодец. Или Костенюк, да. Аплодисменты, очень здорово, да. А для тебя вот идеальный день каков? Идеальный день вот сейчас, да, после чемпионата Европы, побольше поспать, провести... Нет, сон это не про меня, но на самом деле он должен быть продуктивным. Я разлагаюсь... Ты можешь на диване вот сесть? Нет, я не из тех людей. Как вот мужчина... Наш диван... Рядом с тобой, у которого диван уже приобрел форму тела. Нет, мой идеальный день это заехать на Sport FM и поговорить с вами. Целый день причем. Целый день. Хороший вопрос пришел от слушателя. Максим прислал, с каким животным вы себя ассоциируете? Ну, это так, это игра слов, там нам фамилию намекает. Ассоциируюсь с каким животным? Ух. Если ну, все-таки не ну, да, от если, фамилии отталкиваться. Не, если не от фамилии, это очень просто, мне кажется, банально. Вот если не бык, то кто? Ну, вот, может быть, как-то на площадке вас называли. А год? Год рождения. Тигр, лев. Там, так, что? Я этим не заморачиваюсь. У нас 83-й год. Это кто? Это сейчас Боярский. Был младше на 15 лет Боярского. Саша, у тебя, значит, у тебя змея, переходящая в дракона. Мне кажется, свинья, кабан. Я не хотел это говорить. Водный кабан. Водный кабан. Ну, посмотрите, классное животное еще. И в меру, мне кажется, агрессивное. Ой, водяной. Водное, это когда вот, да, после бассейна, да, выходит. Тогда водное. Давайте определим лучший вопрос. Я напомню, какие были. Про татуировки спрашивали, про шляпу, про броски сверху и про ассоциации с животными. Определяю я. Да, конечно. Прошу, еду, еще был вопрос, да. От меня. Про связки. От меня. Про связки. А, про связки, да. Хороший вопрос. Зангалис выключаем, да, из этого списка? У него контракта достаточно, чтобы... Да, он сейчас подписывает серьезные миллионные контракты. Он, да, так что можно позволить. Так, ну что мы назовем тогда? Ну, напомните, татуировки, животные. Броски сверху и шляпы. В одном вопросе связки... Броски сверху и шляпы. Пусть отлично. WhatsApp. От меня майка, кстати. WhatsApp пришел этот вопрос. Себе. Поэтому спасибо вам большое, что присылали. И спасибо, будет у вас теперь приз. Два билета на футбол. И еще вот майка от нашего сегодняшнего гостя. Сереж, твои планы, цели, мечты, чего бы хотелось в профессии, в жизни? Ну, на самом деле... как-то вот я, может, постарел, сентиментальный стал, но все мои планы связаны с моими детьми. Я хотел бы, чтобы были успешные, вот, правильные люди. А личные планы, ну, естественно... Ты еще можешь качнуться в плане профессии? Вот там уйти куда-нибудь в спортивные директора, например, скаутинг? Я не думаю об этом. Это такой сложный этап для после завершения карьеры. Вот. Или тебе прямо вот, цепляет, нравится тренерство? Тренерство цепляет, но мы посмотрим разные варианты. То есть все может быть? Все может быть. Желаю нашему сегодняшнему гостю, и, конечно же, да, в шахматах все-таки дочки не проигрывать, но Сереж, ну... Ну нет, пусть проигрывает, дочке приятно. Ну, за 30 лет уже ребенку, да. Хорошо, шутим, конечно, да. Побеждайте вровень. Вот я думаю, что ей приятно будет, да, и тебе тоже. Успехов в семье, естественно. Спасибо большое за чемпионат Европы. Спасибо вам за поддержку. Да, потому что это было очень здорово. Мы все переживали. Я давно вот так со вкусом, с интересом, желанием спорт не смотрел. Это было на самом деле достойно. Да. Переживали мы всей страной, и вам спасибо.
спасибо, ребята, за эти эмоции и тренерскому штабу, и баскетболистам. Это было максимально приятно. То, что мы были в полуфинале Евро, это было круто. Сергей Быков, мы обязательно еще с тобой встретимся, поговорим. Спасибо. У нас будет чемпионат мира, у нас будут Олимпиады, у нас нам такие спортсмены, такие люди нужны. Всем спасибо, с вами были Роман Вагин, Александр Боярский и Эмма Гаджиева. 100% услышимся с вами в понедельник утром. Пока-пока. Реклама. Москва видала разные. Не все давалось сразу ей. Слезам Москва не верила, а верила любви. Все лучшее и светлое за годы и столетия с любовью как наследие для вас мы сберегли. Галс Девелопмент представляет жилой квартал «Наследие» на Преображенской площади. Дома бизнес-класса в традиционном облике любимой Москвы. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте наследие.дефис.галс.ру. АО ИРТ. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Если у тебя собраны лучшие игроки, это не...